когда вы приходите сюда, вот я когда прихожу сюда, меня начинает немного потряхивать как-то. Вот я не знаю, что это такое. Нигде в городе я не испытываю вот этого чувства, которое испытываю сейчас. Наверное, первое осознанное воспоминание, когда мы с дедом здесь оказались, ну, лет 9 мне, что ли, было, я понимал, что здесь как-то траурно, и что здесь надо вести себя как-то иначе. Но это потом я со временем понял, когда узнал, что дед здесь похоронил своего брата, что здесь есть люди, которые принадлежат к нашей семье. Еще какая-то метафизика есть у этого места, потому что, когда сюда попадают люди, они совершенно меняются. Каждый отсюда увозил вот эту частицу того неповторимого чувства, что это какое-то огромное горе и это какой-то большой человеческий подвиг. Вот здесь, на этой стене, написаны слова «Никто не забыт, и ничто не забыто». Для меня еще в самом детстве эти слова стали, наверное, самым главным символом вот этого великого ленинградского духа и великого ленинградского сопротивления.